Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Впереди у нас чудесные летние выходные. О самых интересных культурных событиях, ожидающих горожан, я расскажу прямо сейчас. На этой неделе отмечался важный для нашей страны праздник – День России. Это праздник национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Торжественные мероприятия продолжатся и на этих выходных. Библиотека имени Надежды Крупской 15 июня приглашает жителей Самары на патриотический литературно-музыкальный концерт «Моя Россия». На нем выступят студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и детской школы искусств номер 17. В программе прозвучат произведения известных композиторов – Кабалевского, Струвы, Блантера и других. Начало в 15:00. Вход свободный. В эту субботу в этнопарке «Дружбы народов» ждут гостей на чемпионат по настольным этноиграм. Вы сможете познакомиться с самыми популярными национальными забавами, такими как казахский асык, чувашские чулушки, русские бирюльки и киргизский топташ. Вы узнаете правила и сыграете вместе со своей семьей. Помимо этого, вы сможете узнать больше о культуре разных народов на мини-экскурсиях по национальным подворьям. Этнопарк начнет работу с 10:00. Хорошая новость для всех любителей джаза. Вечером субботы в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт под открытым небом от одной из групп города. В программе прозвучит джаз в оригинальной аранжировке. Гости услышат в чарующих мелодиях скандинавские, африканские и другие этнические мотивы. Начало в 18:00. Концерт бесплатный для всех желающих. На этой неделе в Самарском литературном музее имени Максима Горького открылась выставка нейроиллюстраций «И оживут слова». Она стала частью всероссийской программы «Литературные таланты России». Иллюстрации к произведениям самарских и российских писателей сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Это первая выставка подобного рода в губернии. Среди иллюстрируемых – известные самарские прозаики и поэты, члены Союза писателей России. Выставка экспонировалась в библиотеках и дворцах культуры Самарской области в апреле и мае 2024 года. И вот теперь увидеть ее появилась возможность у жителей губернской столицы. Не пропустите! На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.